here at the ceremony where we are going to award the winners of the International Competition in Foreign Languages 2015 within the framework of the project Unity in Diversity. Конкурс проводится образовательной компанией «Релод» совместно и в сотрудничестве с музеями Московского Кремля и издательством Оксфордского университета. This project was initiated by the company «Релод» and is realized in cooperation with Moscow Kremlin Museums and Oxford University Press. В наших конкурсах участвуют школьники и студенты, а преподаватели и учителя выступают в роли руководителей проектов. А также участвуют в конкурсе профессионального мастерства «Самый компетентный урок». School children and students from colleges and higher educational establishments are taking part in these competitions, while their teachers help them to realize their projects and their ideas and take part in their own professional competition, the best English person. Патроном конкурса с российской стороны выступает управляющий правами человека в городе Москве Татьяна Батяева, с британской стороны принц Майкл Кенский. The patron of the competition, Unity and Diversity from the Russian side, is the Commissioner for Human Rights in Moscow, Tatiana Patyeva, and from the British side, His Royal Highness Prince Michael Kent. В жюри конкурса входят педагоги ведущих учебных заведений Москвы и России. В этом году в конкурсах приняли участие более 400 человек из 23 городов России, а также Республики Беларусь. The competition jury consists of educators from leading schools of Moscow and Russia. This year the competition attracted participants from more than 400 participants from 23 cities of the Russian Federation and the Republic of Belarus. Представляем вам почетных гостей церемонии. Let's introduce the honored guests of our ceremony. Заместитель генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации музеев Московского Кремля Ольга Владимировна Дмитриева. Deputy General Director for Development and Promotion of Moscow Kremlin Museums Дмитриева Ольга. Директор Российско-Британской торговой палаты Алан Томпсон. Director of Russian-British Chamber of Commerce Алан Томпсон. Заместитель директора Российско-Британской торговой палаты Ольга Карапыш. Deputy Director of the Russian-British Chamber of Commerce, Ольга Карапыш. Тележурналист и ведущая новостей канала Russia Today Марина Джашин. It was telejournalist and anchorwoman of Russia Today, Марина Джашин. Директор Международного языкового центра Language Win Роберт Дженски. Director of International Language Center Language Win Роберт Дженски. Представитель Международного языкового центра Language Win Полина Дружкова. Representative of International Language Center Language Win Полина Дружкова. Директор по развитию ISIC Russia Дмитрий Буравчиков. Director of Development ISIC Russia Дмитрий Буравчиков. Специалист по маркетингу ISIC Russia Валерия Севастьянова. Marketing specialist of ISIC Russia. Главный редактор журнала English, издательство «Дома 1 сентября» Елизавета Богданова. Editor-in-chief of magazine English published by September 1st, Елизавета Богданова. Профессор МГУ, доктор педагогических наук Елена Яковлевна Григорьева. Professor of Moscow State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences Елена Григорьева. И президент образовательной компании «Релод» Светлана Николаевна Власевич. Мы продолжаем нашу церемонию. И для начала мы благодарим заместителя генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации музеев Московского Кремля за сотрудничество в проведении конкурса «Единство в разных